Ну, нас тоже мочит. Две фласки осталось, кстати. Блин, почти что у нас. Да не на... Нет! Все. Какой там? Хочу пасочку выпить, а не спрыгивать. То есть ты там еще восстанавливаешься? Параша Ивановна. Почти. Нужно просто тайминг поймать. Не понял. А, ладно, так. Всем привет, с вами Ларки. Добро пожаловать снова на канал. И сегодня мы будем продолжать прохождение игры Elden Ring. Уже будет 4-я серия, получается. Я что-то не понял. Я начинаю... Что? Почему он так медленно двигается? Что-то я вообще не понимаю. Короче, сейчас. Так. Escape. Что это, блядь, значит вообще? Что это значит? Перегруз? Где у нас? Ух, ёбаный в рот. Я испугался. Так, стойте. Стоп. Вот 49,8 у нас максимально. А у нас сейчас 35,5. И написано heavy load. То есть вот эту, блядь, хуйню мы должны, извиняюсь. Мы должны ее выкинуть, походу. Мы можем ее... Так, не надо. Мы можем ее... Да, это ужас вообще медленно. Мы можем ее... Продать? Так, да, давай. А. Хорошо, значит я выкину, потому что это невозможно будет просто. К сожалению, могу только сожалеть. Equipment. Вот это вот. Так. Инвентарь. Так. Вот это. Discard. Нет, я что-то не понял. Походу я его не выкинул. Так, еще раз equipment. Нет, блин, equipment. Да ёб твою ж дивизию, инвентарь. Дискард. Discarding brass shield, yes. Is it okay? Yes. Что-то он, конечно, вроде бы быстрее стал, но я ничего не знаю. Средний загруженный, вот. Я думаю, вот эта херня у нас делает очень много... Где тут? И где тут? Инвентарь. Так, ну-ка, я хочу просто проверить. У нас 0 стрел, то есть инвентарь, то есть это вообще бесполезная фигня вот это. У нас болтов. Болты нам не нужны. Скарп. Yes. Почему? Почему? Discard selected. Я что-то не понял.
Инвентарь. Дискард. Почему только 9 мы можем выкинуть, если у вас 10? Что за... What? 10... 5? Окей, okay, yes. Дискард. 4? Почему? Что? Дискард? Он нам не дает. Подождите. Сейчас инвентарь. Я, кажется, понял, почему. Так, теперь эквипмент. Да ёб твою ж дивизию. И теперь инвентарь. Discard, yes. Discard, yes. И теперь... Так. Всё. Норм. Интересно, где вот эта штука может понадобиться? Это у меня очень интересно. Так. Так. Очень темно. Но. Я хотел не то сделать. Нет. Я хотел это сделать. Капец, да? Так, нет, давайте. А чё? А, то есть это в этой руке должно быть, но, блин. Чё-то прям вообще жёсткое. А! Ну да. Нет, это гон, но я не знаю. Давайте, ладно, давайте. Я оставил метку вот в прошлый раз, типа, где мы закончили прошлый раз играть. Мне просто интересно, что там. Я сейчас точно не могу сказать, потому что я не помню. Но примерно сказать могу, что там было что-то интересное. Насколько я помню. Хотя удобная очень метка, он отображается не на карту постоянно смотреть. А, вот эта штука, которую мы там видели. Типа нити, которые направляют нас к этим корням. Кстати, а вот... Ладно. Я хотел посмотреть туда, ну ладно. О! Прикол, можно еще один... Можно еще один делать этот прыжок в воздухе, что очень полезно. Кстати, сколько у нас? 4 фласки, нормально. Просто я слышу, видите, это если послушать, вот эту штуку, да, вот она восполняет полностью, ну, фласки. Там еще какой-то чувак жесткий, да? И вот эти штуки, потоки, мы можем в них, на них, короче, с лошадью в них прыгать, в общем. Это что такое было? Это что такое было? Я думал, с любой высоты можно падать. А я там где-то падал, и нормально было. Кстати, забыл сказать. Всем приятного чаепития, кто пьет чай и там...
что-нибудь такое делают. Приятного просмотра. Так. А ну-ка, Джей. Оказывается, не везде можно прыгать. А, пошли нафиг. Я даже не буду с ними связываться и вообще с ними драться. Смысла нету. По крайней мере, сейчас точно. Там ничего интересного нету абсолютно. Типа вот. Кстати, чувак ушел. Этот горшок, здесь был горшок, мы вот отсюда его выбили в прошлой серии. Так, интересно. Ну это понятно, что не он. Пс. Подождите. Сейчас вообще нужно, не нужно торопиться, потому что вот. У меня такое ощущение складывается, что да, 2000 душ, нифига себе, я столько за всю игру до этого не мог накопить, постоянно сбрасывалось, вообще не особо копилось. Ну давай, тут нормально, ладно, а тут что-то он все разбился. Там вот этот тролль, что ли, или кто это? Кстати, нам нужно вообще купить эти выстрелы, ну их называют стрелы touch grace, конечно же touch race. Отдохнем здесь возле костра, first time, ну, не знаю, ладно, cancel. А фласки, add charge to flask. Okay. Use one golden seed to increase the number of flask uses. No. This amount of flesh finished. Teeth increase amount of flesh by. Yes. Must be. А, у меня нет, значит. Cancel. Memorize spell. У нас нет никаких заклинаний. Leave memorize spell, flask, level up. Level up. Есть? У нас есть! Мы наконец-то можем прокачать ловкость, скорость, тоже сила. Сила. Все, да? А. Ну, confirm. Пускай. То есть, если у нас в правой руке у нас 70 урона, а в левой руке у нас получается 159. Yes. Что-то я вообще не понял немножко. Очень удобно, что он сразу автоматически забирается на лошадь. А не нужно там еще забраться на нее, что-то такое. Куда он делся? А, он там. Так, сейчас я хочу. То есть, допустим, в лошади, потому что она у нас в правой руке, мы наносим меньше урона. Где у нас? Вот правая рука, типа right и left. Мы меньше урона, вот. Сволоство, сволоство. А вот этот второй что-то 70. А, типа первый удар 122, второй 70, третий 23.
Это правая рука. Если левый, то первый 122, второй 159 и третий 23. Ну тут явно типа левой рукой лучше. То есть, если я правильно понимаю, просто я, то есть, допустим, вот. Чё? А. То есть, допустим, так. А, это, как я понимаю, по вот этому, раз, два, три, 23, то есть, так, потом 159 и 23, а тут 120 с чем-то там, 29 или 22 и... Вот. Поэтому теперь я понял, почему больше, потому что там, типа, сильный удар. Двойной удар, точнее. Вот. Ну ладно. Теперь мы пойдем попробуем разобраться с ним. Жалко, у нас нет совсем стрел. А, кстати, насчет стрел. Я увидел крафт. Мы можем сделать, потому что у нас есть кости, костяные стрелы, еще какие-то костяные стрелы и болты. Но мы сделаем три. Почему три? Все? А, 10 это в смысле в наборе. Я понял. Окей. А, 30? Че, я не понял. Это 30 зарядов? А, хорошо, там система. Как-то контрол. Там как-то можно было менять стрелы, по-моему. Вот где-то сильная атака, защита, скилл, использовать предмет. И чё? Switch item. Где-то я такое видел. Я даже не могу сказать. Кстати, у нас уже 10 уровень. А, и чё? Ещё что-то не понял, то есть, когда мы просто так стреляем, он стреляет? То есть shift. То есть получается, смотрите, нужно зажать shift и нажать левую кнопку мыши. Но тогда не появляется прицел. Почему не появляется прицел? Это в принципе особенность этих стрел костяных. Или это что-то я не понимаю, потому что просто они там стоят как бы на втором месте. Вот видите, если в левый нижний угол вы посмотрите его, вот, то вы увидите, у нас 0 таких обычных, у нас 8 таких, ну, я не знаю, ладно.
Просто, и как я в него попаду? Если у меня типа нету стрел. Странно. Не понял. Может быть просто... Очень странно. Ну попробуй понажимать всех клавиш и типа. Вы то идите нафиг. Ну это понятно. Это понятно. Ю-е. Что-то вообще... Ну ладно, типа shift. Ничего абсолютно. Ну то есть... Типа я перепробовал все. А. Нет, я решительно не понимаю, что за фигня такая. Ну как бы мы здесь отдохнули. Вроде мы здесь должны будем. Все, пизда, заебись. Зашибись, кстати. Он идет? Нет, не надо еще раз было. Пошел нафиг. Ну, в принципе, это что такое? А, все. Понял, принял. Ну, нас тоже мочит. Две фласки осталось, кстати, будет полезна эта штука. Ну чё, под чувак. Да что такое? Ой, блин. Ну, еще один раз, как бы. Вот так только, да? Ну то есть его фиг подловишь, когда он там не будет отвечать, допустим. Ну, допустим, вот тут он ответил. Без понятия. Ладно, так классик у нас не осталось. Значит, мы идем вот туда. Надеюсь, у него здоровье не восстановилось. То, что мы там убили, оно останется. А там есть эти восстановления. Ой, бы пошел нафиг, пошел нафиг, просто нафиг пошел. Так, где-то у нас тут было звук. Так, там еще один великан. Какой-то вот
Это здесь, да? Что-то такое вот. А, вот там вот. Блин, повезло. Ага, в итоге оно тут и есть. Хорошо. Ну просто не хочется. Так. Да не надо. Блин, хорошо, что у меня не было фласки. И хорошо, что я за фласки как раз. Параша Ивановна. Спасибо. Спасибо. Нет. А ну-ка. Три фласки, кстати, остановит. Не все четыре. Ладно. Ничего страшного. Опа. Повезло, повезло. Повезло вам. Ну, давайте. Попробуем. Блин, почти что у нас. Да не на... Нет! Все. Какой там? Хочу пасочку выпить, а не спрыгивать. Лимгрейв. Ну, что-то... Я понял, у меня там вообще совсем немножко осталось. Я просто хотел проверить, сколько у него вообще здоровья, в принципе. Не-не-не-не. Пошел нафиг. Не-не-не. Нет-нет. Надо с левой стороны у него проходить. Понял. Ну, я его коцнул. Всё. Чё у нас? Sanctuary Stone. Какой-то камень. Не знаю даже, что за камень. Прикол. Музыка? А, он играет на музыке. А, на музыке. На каком-то инструменте. Так. Так. Блин. Опять забыл поменять местами. Красиво играешь. Надеюсь, это не лицензионное. А, извини. Ты покупатель или кто? Купить. Что у нас есть? 797. Черепашья шея. Вот рассоля. Раздолбанный горшок. Книга рецептов. Меч. Физический плюс. Сила плюс. Алебарда. Алберт. У нас то про дофига весь. Да, у нас 12 силы должно есть, а должно быть 14. А, кстати, стрелы. Стрелы, да? Болты, стрелы. Сколько их штук? 3. Ну как раз 700. Вот.
760. Окей. Ну то есть все. Quit. Нет, еще раз продать. Не знаю все еще для чего. Это вот это какая-то. От кого мы это взяли? Мы от кого-то это взяли. А. Пишет. Блин. Пишет. Временно усиливает физические атаки. Ну, видимо, хавать можно. Типа. Нет. Нет, оно еще и стоит дорого. Я не буду это продавать. Это что у нас? Золотые руны, кстати, они, по-моему, нам нужны для прокачки. Это какие-то тройные. Это одинарные. Ладно. Извиняюсь. Мне... Ну, типа, короче, фигня какой-то сказал, непонятно. Почти. Итак, кстати, вот у нас статус, да, у нас 10 уровень. 37 рун. Нужно использовать. Силу до 12. Нужно 14-16. Побольше прокачать. Ладно. Блин, классно. Вот. Там где-то должны быть эти корни, куда нам нужно отвезти нашу эту чувиху, как ее там зовут, я уж не помню. Да что такое? Ты чё, параша? Ива, она... Не надо мне тут вставать. Опа. Так, сейчас скажите, у меня восстановились фаски. Да, восстановились фаски. До трех почему-то восстановились. До четырех. Что очень странно. Ну да ладно. Ну давай. В смысле? На нафиг. Ничего себе. Да блин. Вы смеетесь? Серьезно? Чувак восстал. Прикол. Так. 4 фаски. Опять его подтверждаем. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Идешь нафиг. На нафиг. Ну почти мы его гандошили. Нет. А ну-ка. Я придумал две вещи. Сейчас посмотрим, сколько у нас у лошади жизни. Сейчас позовем снова. Типа перепризвали ее. А, нет, то есть она все-таки не восполняет свою... Да что такое? Вы хотите... Блин, вы что, серьезно? А, ну да. Я же не восполнил свое здоровье. Гениально. Свято я забыл. Так, еще раз.
Хорошо. Ты правильный жеребец. Конь? Лошадь? Пофигу. В смысле сейчас? Я не понял. Давай этот. Сколько у меня там было-то? В смысле? Блин, немножко профукал момент, когда можно было это грамотно сделать. Ну да ладно. Давай сейчас вот будет бить, да, да, логично. Надо по класски выбрать на всякий случай. Кстати, вот если так просто скакать галопом, не расходуется энергия. То есть энергия расходуется вот так вот. Да что такое? А, то есть ускорение только вот в одну. В один момент, когда мы нажимаем, именно происходит. Понятно. Ну, половинку. Половинку. Главное следить за своим хп тоже. Это будет очень, не очень приятно. Угу. Удачи тебе. Удачи. Ну, я думаю, пару ударов еще. Да, или нам пару ударов. Так, сейчас точно нужно фасочку выпить. Без этого никак. Еще один, да, еще один удар. А, тут я понял. Короче, нужно, получается, подгадать момент. Если момент не подгадаешь, то все. Типа, когда он там бьет, не бьет, вот это вот. Точнее, самому ударить тот момент, когда ты прям подбегаешь к нему вплотную практически. Сколько это? Камень, короче. Не знаю, что за камень нужно потом будет перевести в инвентаре. Потом я в следующей серии, может, скажу. Сейчас не хочу доставать. Стараться это все. Так. Нет, ты издеваешься. Серьезно. Я опять нажал ту же кнопку. Хорошо, хорошо, я извиняю. Давай, 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 быстрее. Хорошо. Купить. Так, у нас 276. Так, вот у нас есть 276. Стрела, да? Тринадцать, 276, окей. Окей. Окей, да, лифт. Все, 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 хорошо. Так, теперь. Пятьдесят одна стрела. Так, круто. Ошибись. Нет. Что-то так непривычно без лошади теперь. Давай, просыпайся. Где тут был? Давай, блин. Бей, а не селится еще. Это раздражает немножко движение, вот эти. Так. Так, я сейчас не очень понял. Сейчас одну вещь хочу проверить. Почему он... Подожди. Вот так вот он, типа, идет. А так, типа, бежит. Нифига себе, после лошади просто вот этот бег, он вообще не ощущается никак. Каким образом? Прикиньте, если бы не было лошади, как это пришлось ходить. Километры наматывать. Вообще неудобно.
Не надо. Так, теперь. Идите нафиг вообще. Да блин, вот это неудобно. Очень неудобно. Что это значит? Что это значит? Подбегать, блин, с одной стороны. И он за главное с этой стороны, по-моему, не бьет. На нафиг. Осколки костей. Что это? Это типа смерти с косой. Так, восстановилось у нас фласки. Ну да, до трех, короче, восстанавливается и все. Больше не восстанавливается. Типа, то, что мы 4 можем получить от костра, это просто типа, наше улучшение. И оно не действует. Опа. Что-то какой-то чувак. Что за чувак? Что это у него в руках? Или кто? Что? Нет, нет, нет! Ты серьезно сейчас? Бля... Зачем это нужно было делать? Я не собирался с ним вообще драться, что за приколы. Конечно, я умный, блин. Не-не, я просто переиграю и все. Серьезно? Окей. Начинаем все по новой, блин. А, бесконечный краб. Он же... У нас стрела получается, вот мы купили. В следующий раз еще мы здесь немножко этот налутали, короче, душ. Или рун, как их называют здесь. Вот. И получается, они к нам потом прибавились. То есть мы еще раз купили, они прибавились. Ну, зашибись, что. Ага. Ну то есть, если мы не успеваем, не вовремя ударяем, он нас ударяет, получается. Нормально. Да, ну вот здесь видите, вот я не смог это сделать. И все. А если мы успеваем, то все норм. Ну, кстати, вот мы ударили. Он нас тоже ударил, то есть не всегда так. Я все время забываю, что тут нету сохранений, как в обычных играх, типа, допустим. То есть, если бы мы вот его прошли. И вот сюда прошли в новую локацию, у нас было бы сохранение, типа. И я все думаю, что у нас будет так же самое. То есть мы уже здесь не будем драться, а мы деремся, деремся с ними за это. Наконец-то. Повезло, что это был последний удар, потому что он был готов уже у нас. Немножечко шатнуть. Мы опять 276 душ. Опять покупаем еще стрел. Используем класс, потому что мы сейчас восстановим наши фласки, когда уничтожим вот этих вот чуваков. Sorry. I didn't realize you came back.
Кстати, вот реально можно очень сильно обузить эту систему. Одного врага легкого такого побеждать, накапливать души, типа, допустим, ты погибаешь, получается, и по новому все делаешь, типа, на автоматизме, у тебя потом в итоге, допустим, много стрел будет. Но сейчас у меня 51 стрела, видите? А, ну хотя 99 максимум. А у меня, блин, окей. 64, то есть я могу, допустим, еще раз по 13 так стрел покупать, поскольку 2... Примерно 3 раза еще так сделать, допустим, и все. У меня будет полный... Так, давайте по-быстрому. Посмотрите, у меня сейчас одна фласка. Хорошо, и вот у нас уже две... А, то есть за каждую эту, вот такую мини-группу, типа, одна фласка восполняется. Окей, понял, принял. Да что такое, ни одного удара. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну да, ну да, ну да. Все, в этот раз все произошло лучше, да, и вот у нас три фаски, да. Это я думал, что у нас не установится за четырех, потому что я думал, что все, типа, разом, за одну группу, типа, все фаски. Но на самом деле нет, по одной. Я сейчас не понял. Так, я сейчас не понял. То есть это не важно, да? То есть он нам помнит то, что мы на него нападали. Круто. Что, что делать теперь? Что теперь делать-то? Тут есть типа... Вы прикиньте, тут нету... Тут нету... Типа предыдущее автосохранение. Блин. Серьезно? Вы серьезно? То есть мне его придется шепнуть. Я не хотел. Реально не хотел. А я вот, ну, этого чувака даже пробовать не буду, мне пофиг. Ладно. Типа, ладно. Окей. Ладно. Ладно. Окей. Ладно. Давай. Хорошо. Ну, у меня стрелы есть, я его буду шатать стрелами. Да что ты, куда ты бьешь? Давай. 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 А, он здесь. Чего?
Прикольная вещь. Расскажи плюс покажи. Расскажи плюс покажи. Расскажи плюс покажи. Прикольная вещь. Прикольная вещь. Пошел ты нафиг. Идите нафиг вообще. Достали. Так, ладно. Этот чувак поливался, блин, сдохнет. Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Так. Блин, если бы я знал, что это так. Я чисто случайно нажал в прошлый раз. Он взял его и грохнул. Я даже не думал, что так может быть вообще, в принципе. Жесть какая-то. Ты чё? А, понял. Хорошо. В смысле? Ничего себе. Офигеть. Чё ещё расскажете? Офигеть, он, короче, прыткий, оказывается. А, ну да, да. Наравне с моим конем. Да, 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 да. Да, 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 да. На. Прыгаешь. Круто прыгаешь. Расскажи мне, как это делается. Параша ты. Параша ты. Просто ты параша. На нафиг. Подожди. Подожди. Подожди немножечко, я подлечусь. Еще у меня тут 0 душ, а 280 круто. На нафиг. Ну чуть-чуть осталось. Главное чуть-чуть. Ну ладно, чуть-чуть. Я не знаю, сколько осталось, честно говоря. Просто она не постоянно показывает мне. То есть ты там еще восстанавливаешься? Параша Ивановна. Что-то он бесится. Походу очень сильно. На, нафиг. Нет. Почти. Нужно просто. Тайминг поймать. Чуть-чуть. А, ну половинку. На нафиг. В смысле? Сейчас я не понял. Что такое? Эй! Не надо. Так, у меня одна фаска, это очень не очень. Хорошо, понял. Хорошо. На него лучше. Немножко издалека. Так. Отбегать нужно после удара. Потому что он может послать эту волну. На. Еще и лечится параша такая. На. Чуть-чуть еще. Нет! Не прикольно. Оу! Что это такое? Нет, вообще не то. Вот это ор. Опа, нифига. Блин, я его почти победил, но почти не считается. Это я так, я понимаю. Ну, буквально там пару ударов. Или мне пару ударов. Или мне один удар остался. Ну, типа, если он меня шатнет сейчас, то это будет ваншот. Блин, наконец. Ну, блин, чувак, ты сам виноват. Я не хотел тебя ничего с тобой делать. Просто ты вынудил мне это сделать, как бы я хотел тебя
О, нифига себе. Что это? Это его броня, короче. Окей. И шлем. Броня. Перчатки. Идти, да. И теперь мне просто интересно, как я буду перекатываться с этим весом. Так, смотрим. Инвентарь. А, ну у нас нет, средняя, кстати. Почему-то у нас все и так и осталось средняя. Может, я то, что что-то продал? Скорее всего, из-за болтов вот этих вот. Так. 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 Вес 4, кстати, эту фигню нужно скинуть, потому что физически 4, 4, 8, 2,8. Ну это весит 2,7, это 5 вообще весит. Но мне это больше нравится. 4, 4. Вот это вот мы дискардим. Это нафиг нам не нужно. Так, вот. 7,7 весит, а 13,7 это 9,5. Физический урон. А это 14. Зато иммунитет. А здесь побольше. Устойчивость здесь побольше. Фокус здесь поменьше. Жизнь энергии здесь поменьше. Здесь отрава лучше. В среднем он, конечно, лучше, чем вот это. Но мне это нравится больше по виду. Не знаю. Сколько она весит? 13? А, это, кстати, экипировка столько может весить. Типа 49. То есть... В общем, это никак нам не мешает, в принципе. А это у нас что? 3,9, да, 6. 3, 3, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Ну, в принципе. Вот давайте вот. Это... Окей. Equipment. Так, только от... Молния, типа, меньше. Потом логично, потому что она железная, а это кожная. Ну, давайте. 29,8. Так и осталось. Ну, немножечко так. Хотя, знаете. Так, 4,8, 7,3. Больше вес. Опять урон от... Молния, если какие-то враги с этим будут, с молниями больше чуть. А, 5, 6, 8. А, сопротивление 6,8 у этих, у кожаных и, ну, обычных, длинных типа. А у этого пятерка, то есть чуть меньше. А так оно во всем больше. Ну, сейчас посмотрим. 7,7. 5,4, 5,4, 4,5, 8,4. 6,8. 6,5, 5,8, 5,4, 5,8, 5. Иммунитет. Что снижается. Фокус снижается. Ладно, не буду сильно себя оперировать. Баланс этот. Ухудшать, так сказать, который есть. Так, кстати. Сходимте туда, купим. Стрелы, потому что у нас больше, ну, я не знаю, когда там будет следующий. Следующий торговец, без понятия просто, поэтому давайте у него купим все-таки стрелы.
Так. Кстати, прикольная штука. Типа быстро получаешь знания какие-то. Магнитскую маску зачем? Не знаю. Ладно. Да. Все, почти. О, наш друг. Еще один наш друг. Еще один, тут вообще царство черепах, что ли? Что тут у нас? Нифига себе. А, это снизу, то есть если мы, допустим, будем ходить здесь где-то, мы сможем на лошади спрыгнуть сюда опять на этот мост. Ага. Но главное отсюда не падать, потому что отсюда мы точно сдохнем, потому что мы уже это проверяли. Чего, блядь? Что это? Что это? Я понял, что мне сейчас кирдык, потому что у меня вообще ноль фасок. Чего? Они бегут за мной? Жесткие ТП. Она не остановилась, ну ладно. Да у меня, блин, забыл, что нет фласок вообще ноль. Кстати, насчет фласок. А вот мне очень... Да блин. Да что же буду делать? Мне очень интересно, вот. Можно ли это, чтобы взрывающие эти огненные делать снаряды? Я просто подумал, типа радужный камень какой-то, для этого нужны фрагменты руинов. Можно найти возле остатков разрушенных руин. Вот это так, я не понял, что это такое. А, все это не для нас. Ну, какая-то фигня. А ну, нам нужно просто больше этих. Это кому? Торрент? А, то есть, ну, давайте, короче, купим. Это чтобы повышать, восстанавливать здоровье лошади. 5. Давайте. А, ну, а для чего нам еще? Давайте 45 пускай будет. Окей. Crafted items exceeding maximum have been placed in chest. Ну, короче, то, что максимально превышает количество того, что мы можем с собой держать в руках. Наш сундук, короче, ушло. Инвентарь. Use. Опа. А можно мне что-нибудь похавать, нет? Equipment. Тут у нас... Это тоже можно кушать? Для чего это? Блин, ну... Так, светит разноцветным светом. Когда его кидаешь, типа, выступая в роли
путеводителя, ну, типа, направление движения. Ну, наверное, имеется в виду про скрытые проходы, там же есть, вот, как в Dark Souls были разные, типа, места, где можно было, как бы, пройти, и ты думаешь, что там этот... пропасть, а там на самом деле не пропасть, а типа мост. Так вот, если сейчас я сдохну, то я буду, получается, опять там же воскресну. Опа, такое ощущение, что... а, нет, ладно, я думал, типа механизма какого-то. Что это? Нам бы этот найти. Либо восстанавливающий этот, ну, связываться с какими группами монстров не собираюсь. Это раз. Два. Два. Это нам нужно бы найти вот тот вот шарик. Даже не знаю. А куда идти? Я что-то потерялся так. То есть, ну да. У нас же карты тут нету. Вот в чем прикол. У нас карты нету. А если карты нет, то все. Типа у нас даже не показаны места, куда что идти там. Ну ладно, чё, пойдем. Какие-то... что это? Какие-то мотыльки или что это? Какая-то шняга здесь. Деревня призыва воды. О, круто. Я не собираюсь ни с кем драться. Не очень хотелось бы. Опа, опа, почти чуть не сдох. Что-то странно тут стоит все, очень странно. Мешки стоят довольно-таки возле гробов, ну да, совсем не подозрительно. Ничего не будет? Это очень странно. Там вот мост есть какой-то. Вот еще одни руины. Блин, здоровье-то не восстанавливается. Как-то напряжно ходить без здоровья. Практически. Вот еще запрыг туда. Мне вот просто интересно, зачем я так рано. А, все нормально. Эй. Все. Мимо этих чуваков. Это что у нас? Какой-то. О, ничего себе. Офигеть, вот это было круто, вот это реально зашибись. Оказывается, как можно делать. Вот этот великан, мы с ним, с такими пока еще не пробовали сражаться. Вот, кстати, будет прикольно. Вот мы уже, кстати, по-моему, такое ощущение, что немножко приблизились к дереву.
Ну-ка, попробуем сагрить. Эп. Мы с таким не дрались, нет, это был другой в прошлой серии. Ага, ну да, он слишком далеко. Слишком далеко. Но я против него полюбаться ничего не сделал. Почему? Потому что у него мало хп. Понял, принял. Это что? Что? Почему? А, понял, принял. Круто. Я-то думал, что можно от него легко убежать, если он такой большой. Оказывается, он там еще и этот, бегает капец как быстро, и еще какие-то волны послались сюда на фон. Ну да. ЧТД, что требовалось доказать? Я понял, с ними пока что смысла связываться вообще никакого, ноль. Вот у нас, кстати, указание, указатель показывает, куда идти, а я все ломаю голову над этим. А он там нам показывает, куда идти. Ой, кстати. А где мы погибли-то? Кстати, только не говорите, что... Подождите, все. Ну я понял, я не буду. Иди нафиг. Может, кстати. Кстати, мы должны, наверное, тут что-то поднять. Нет. Я что-то не понял, в чем прикол и что он хотел тут. Так, где дерево? Я вот по отношению к дереву, мы где-то там были. А, вот. Это что? Кстати, почему мы не восстанавливаемся здесь? Очень хороший вопрос. Если я отдохну, здесь ничего не будет. Ну, то есть не потеряется лиф. Вроде вот. Я даже не знаю, что думать. Сразу. Так. Где мы были? Вот здесь мы проходили мимо между двумя вот этими штуками. Потом пошли вот так вот. Что-то я там увидел. Вот здесь вот спрыгнул. Да-да-да. Вот здесь вот. Все, я понял. Потом опять я забрался. Здесь. О! Подождите, стой. У нас 4 этих, я не буду его убирать. Значит, вот здесь вот возле вот этих вот руинов. Вы бы запомнили, где вот эти запрыги есть. Там есть и эта штука. Вот этот вот чувак. Это что, показывает, блин, где мы обронили наши души, что ли? Ну, походу. Кстати, да. Походу, да. Ну, 1176, нормально. А вот это вот мне не нравится. Вообще не нравится. То есть все, больше у нас ничего нету. Это именно поэтому и было тут отмечено. Блин, так, давайте так. G. E. А, вернемся обратно. Блин. Сейчас вот так вот G. E. У нас там в низине была какая-то штука светящаяся, которую я хотел посмотреть. Не знаю.
знаю, что это. Там, где, короче, какая-то вода, что ли, что-то такое. Вот это, что ли? О, что это? Вот это прикол. Блин, надеюсь, это все-таки не враждебный NPC. Ну, точнее, враг. Или не враг. Вот с той стороны я смотрел. Тут можно обойти с двух сторон. Это музыка такая. И, по-моему, он швыряется этими молниями. Ну, как я предполагаю, у него как светится эта штука. Кто это? Ну, не знаю. Вполне возможно, это может быть. Я не понял. А, теперь я понял. И где он? Замечательно. Что за фигня? Что это значит? Мне что, теперь его искать? А! Он будет чисто скакать по этому озеру, я понимаю. Не, ну капец, музыка, конечно. Я немножко себе убавлю, потому что это слишком, еще чуть-чуть, это слишком громко. Так, ну вот с этими чуваками я буду разбираться так вот. Блин, что-то тут можно хотя бы вообще бегать? Можно? Можно бегать? Что-то реально все так приглушилось, короче, из-за... Понял, принял. Кстати, ну давай. Да что такое? Па-пам-па-пам-па-пам. Давай, давай. Нормально, я понял. Ну то я тоже буду хитрить. То есть этому паразиту еще такие атаки вообще. Я потом припарка. Не надо. А, блядь. Нет! Да ёб твою ж дивизию! Не надо ничего нападать на меня. Надо его просто шатнуть и все. Тогда будет. Ага, расскажи, плюс покажи. Много, кстати, мешочков. Не, ну... Он не такой жесткий. Да блин, бей ты, давай! Будет ты еще стоять. Он реально не такой жесткий, как... Как другие. Точнее, ну, по крайней мере, те, с которыми мы пока что столкнулись. Нет, не надо.
Ага. Что еще расскажешь? Не надо. Не надо ничего делать. Я понял. Понял. Какая штука? Это что? Это что вообще было? Все, не надо. Так, у нас одна вообще штука осталась, одна фласочка. Где он там? Где ты там? Вот ты. Надо просто уже закончить это. Бля, давай, иди. А, вот еще он такие штуки делает. Да. Вот ты порошила, ну так. Сейчас бы вспомнить, где. Потому что сейчас будет очень обидно. У нас вообще ничего нету. Ни одной фласки. Вот. Это очень и очень. И он еще даже и не сильно сдох. Так, кто? А у нас буквально там один удар вот. Ну, у нас сейчас кто-нибудь шатнет и все. Я не знаю, так мы будем 2 часа убивать. Интересно, если вот я сейчас уйду, допустим, вернусь обратно. Он останется так? Просто мне интересно. Даже не будем. Ну, просто. Сейчас прям проверим. Потому что если у меня опять здоровье полное, то это вообще. А. Все, я понял. Ну тогда, конечно, мы вернемся. Восполним фаски. Сейчас бы вспомнить, где это. Сейчас я скажу, где это. Это где-то, где платформы. Возле руин, вот здесь вот. Если не ошибаюсь, вон. Да. Повезло. Очень повезло. Сколько у нас фласок там? 3 фласки. Круто. Как раз нам хватит, чтобы его зафигачить, я думаю. А, ну. Одна фласка расходуется. Одна фласка расходуется. А, это тут прям, а я думал далеко где-то. Надеюсь, кстати, вот сейчас из-за того, что много времени прошло, не будет такого. Нет, не будет, хорошо. А, он, кстати, все равно исчез. Куда ушел? Убежал. Не надо. Я понимаю, что я, конечно, обнаглел здесь. Стою его фигачу, даже не ворачиваюсь. Угу. Ну, посмотрим. Я думаю, вот эти все должны вообще сдохнуть, когда я его смогу победить. Все время путаю. Ну, нажимаю пробел, чтобы прыгнуть, типа выпрыгнуть оттуда. Но тут F, а не пробел для прыжка. Да. И опять я пробел нажимаю. Гениально. О, это он, короче, их зафигачил. Круто. Все.
Все, я не сдохли. Если бы еще от них бы сколько душ... О, кстати, 3856 душ. И какой-то корень смерти у нас появился. И, короче, еще одни души мы можем призвать. Скелеты. Ну, прах. Так, теперь у нас есть 3000 рун. Инвентарь. Давай, похавай. Так. Ну это 100 про нужно использовать для прокачки уровня. Это нужно просто срочно, потому что нам нужно дальше продвигаться, чтобы дальше продвигаться нужно. Нужен уровень, я просто пытаюсь сейчас вспомнить. Так, вон там вот у нас должен быть костер. Кстати, можно вернуть обратно. Наконец-то. Громкость. А то это было, кстати, да. А, что я делаю, да. Она же на противоположном конце. Она. Он костер. Точнее, она это благодать называют. Грейс. Так. Кстати. Отдыхаем. Поставим. До утра. Ну, чтобы точно. Cancel. Level up. А, кстати, да, level up. Нужно повысить уровень. Mind. Выносливость. Сила. Не понял. Ну, типа, хоп. Dexterity, intelligence. Тоже ловкость. Ловкость 16. Прям вера. Теперь что она делает, вера? Я вот что-то не понимаю, что надо делать. Где-то есть изменения какие-то? Вообще ноль изменений. Ну вот. По этим показателям. А сила, ну, руны тратится. Intelligence. Ум тоже нифига не нужен. Так вот. Просто прибавляется. 104, 119, 108, 104. А, FP у нас повышается вот здесь вот. Не до конца еще разобрался, что это точно. Что... А, вот. Живучесть. У нас 434, 455. Самое лучшее это так. Сила. Станина 94-95. И у нас повышается немножко нагрузка. Ну, давайте. А если вот так вот, то 500 аж будет, да? Но у нас, в принципе, даже... Столько нету... Фласка столько не устанавливает, просто смысл в большем количестве здоровья, если у нас не так уж много фласк. 4 штуки. Подтвердить. Yes. 13 уровень. Все. Level up. Поставим. Ласки. Так.
Так, у меня нету лиф. Лиф? А, у нас мы отдохнули, у нас так и так 4 эти. Ну и все, мы, короче, не перегружены, если посмотреть по статусу. Средняя загрузка. Что у нас? Еще раз. Что там? А ну-ка, а это что у нас? Эй, ну-ка. Давай. Yes. Это чисто отдыхаем, сидим. Поклон. Эй! А это что? Вот, прикольно. Так, а вот, блин, кстати, switch. Каким образом я должен был это понять? Вот это прикол вообще. То есть таким образом мы можем призывать вот это вот. Офигеть. Ладно, я уже привык. Кстати. F. Вот как? F. На, одна. Четыре, ладно. Я думал, у вас четыре такие. Так уже удобнее, если честно. Так, ну... Так, давайте лучше уже здесь остановимся, а не будем дальше проходить. Так, на сегодня... Пока что все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Ларки. И до встречи в следующей серии. Пока.